Для каждого спортсмена большая честь защищать флаг своей страны на международной арене. Главная цель – высоко поднять флаг Узбекистана. Именно об этом мечтает боксер-фанат Кахрамонов. На турнире по боксу, прошедшем в Омане, столице Иордании, ему удалось в весовой категории 75 кг завоевать лицензию на 32-е Олимпийские игры, которые пройдут в Токио летом текущего года. Один из надежных членов нашей сборной, фанат Кахрамонов, достаточно ярко заявил о себе в мире спорта. 25-летний юноша родился в Махале Гулобот Пасторгомского района. Царившая в семье среда вызвала интерес к спорту фаната еще в детстве. Сначала это было просто увлечение. 5 лет назад начал обучаться секретам бокса на профессиональном уровне, в чем ему помог его наставник, тренер по боксу. За этот период он успешно выступал на нескольких престижных соревнованиях. Рио Олимпиадасы дангейм боксы киркигамма. Амакейм, мураббием Бахудур Хасанов, насыхат беріп, олимпиадалардан кейін. Шу мақсат қойдым алдымге Токио Олимпиадасыға борышны. Мана Худо насып қылды, Токио Олимпиадасы лицензиясын қолге кіріттім. Худо қоласа олимпиадаларда алтын медальдарын алып келіп, шу Өзбекстанға, ватанымызға топшырыш ниетім бар, Худо қоласа. Фанат со своим тренером встретились с главой областной администрации. Эркинджон Турдымов со спортсменом и его наставником обменялись мнениями о дальнейшем развитии бокса в регионе. По словам исполнительного директора областного отделения Федерации бокса, по области очень много талантливых ребят, но для развития бокса нужны финансовые вложения. Келесі олимпиада шу фанат көшкен егітлер Самарқанда, яна біттекте сафке қошын шу қолаймыз. Мен ойлаймын ки Самарқан вилоятида бокс спорт туры, мана шу олимпиада Худо хоқласа мана хоким бомыз озы ҳамман оларда дуа қилдилар шу фанат Қахрамоновга. Хатта сўрадилар нима камчиликлар бўлса ечиб берамиз. Фақатгина ғалаба, фақатгина Өзбекистонымызға медаль билан қайтиш. Со стороны областной администрации фанату были вручены подарки. Теперь мастеру кожаные перчатки предстоит доказать, что ему нет равных весовой категории 75 килограмм и приумножить престиж Родины. А мы пожелаем фанату Кахрамонову и другим нашим спортсменам добиться высоких результатов на Олимпийских играх в стране восходящего солнца.